двигуни, пульти керування до медогонок, власне виробництво. На будь-які медогонки гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Приветствую всех на канале Маткалот. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня понедельник, 23 ноября. Я работаю уже с утра, в цеху работаем. И, как я обещал, каждые две недели будем смотреть на смотровой улей. Как в нем, как сидят, как зимуют, есть ли у них подмор, так как возможности у них вынести подмор нету. И будем смотреть на естественную осыпь клеща. Есть ли такое явление? Нет, происходит оно в течение зимовки или нет? Сегодня на улице где-то плюс 3 градуса, вчера было холоднее, минус 8, мы еще не заходили, вместе с вами сейчас зайдем и посмотрим. В прошлый раз в ролике, когда мы показывали, ребята написали комментарии, ну, было бы хорошо понимать, какая внутри здания помещения. У нас тут, по-моему, висит градусник, друзья, сейчас мы на него посмотрим. Да, градусник висит, и сейчас тут плюс 1 градус. Да, нормально, плюс 1. И, друзья, заходим, смотреть, потому что понятия не имею, что тут было, что тут есть. Ну вот, смотрите, в прошлый раз была одна пчела, сейчас раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пчел отошло. Ну, вон там еще одна, может, 8. Так сидят, что даже и не двигаются. Машенька, покажи вот эти жопки. А, вот, все, начали двигаться. Ну, сидят, да, плотненько сидят. Мы в прошлый раз и забрали от них, у них еще лежала, как его, полоска, друзья. Ну, они только вот тут, вот так. Ну, вот, друзья, где-то вот так. В любом случае, они отошли от холодной стенки и попытались найти в данном гнезде более теплое для себя место. Более теплое место, это не подразумевается место, где меньше ветер дует, или то, или все, или анто. Самое более теплое место в пчелином гнезде, это может быть только пустые ячейки, где пчелы могут залезть в эти пустые ячейки и сформировать монолитный шарик. Потому что на полномедных рамках, друзья, пчелы могут сидеть только между улочками. Соответственно, вот это пространство, где идет мед, они его, ну, они с собой его прогреть ему очень сложно. Ну, так что, друзья, вот наглядный пример. Значит, упало, ну, грубо, там, пускай будет 9 пчелок. Давайте еще раз пересчитаем, чтобы уже понимать. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. 8 упало пчелок за 2 недели. За 2 недели, значит, за месяц, грубо, 16. Ну, увидим, увеличится, не увеличится в 2 раза, потому что если считать вот такими, такой упадежью, ну, в такой срок, это получится, сейчас у нас осталось 4 месяца зимовки, а если в месяц по 15 пчел, это всего лишь 60 пчел. Ну, будем анализировать, смотреть, так как это наши пока только догадки. И смотрим на естественную особь. Она, друзья, присутствует. Она присутствует. Раз, два, три, четыре. 4 клещика упало, друзья. 4 клещика. Что с этого можно взять? Друзья, можно с этого взять то, что тот клещ, который остается, какая-то его часть умирает вместе с пчелами в процессе зимовки. По какой причине? Или от старости, или все-таки от воздействия отравы, которая на нее повлияла, но не до конца ее убила, но все равно ее в конечном итоге дошло. Значит, еще раз повторяю, раз, два, три, четыре. 4 клеща на следующий... Не, сейчас мы это почистим, чтобы на следующий раз опять понимать, упало или нет, потому что потом считать опять заново, это довольно сложно. Вот, друзья, вот. Пока тут комментировать нечего, сидят и все как бы пока нормально. Сейчас я это почищу и поставим на место. И, ну, по большому счету, на этом и закончим. Дальше будем смотреть и анализировать.
пока что-то предпринимать рано. На этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому не нравится, дизлайк. И все, всем пока-пока.